привіт! Час дня МТВ та НСКФ 3 в одному. Як завжди, рубрика Fashion Icon. Ми сьогодні з Дар'єю Шаповаловою та зі мною вітаємо всіх з 1 вересня. Ну да. І звісно ж, не могли сьогодні не поговорити про роль моди у школі і взагалі про шкільну форму, як вона впливає на і моду. І роль в моді. Так. Да, саме головне. Ну, ви, як можете заметить, мы тоже оделись под стать нашей теме. Так. Ну и самое главное, что я могу сказать со своей стороны, это то, что школьная форма так или иначе в каких-то определенных элементах проскакивает на подиумах известных дизайнеров, фотосессиях, вдохновляет особенно где-то так к сентябрьским номерам делать фотосессии в стиле там back to school и так далее. Но в любом случае давай поговорим о школьной форме, какая была у тебя, у меня. Так, сравним. У меня была школьная форма десь, когда я пішов в первый класс, я помню, что потом ее уже не было, и она была синього кольору, тут такий буквар був, якийсь такий радянський ще, і все. Але я пам'ятаю, що мені дуже хотілося одягнути цю форму, щоб піти в школу, тому що для мене це було там, я не знаю, просто щось неймовірне. Потім я зрозумів, коли там інша школа одягала цю форму, мені здавалося, що це якось так собі. Не очі. Так, ну, мені здавалося, що от ми одягалися як завгодно, и было прикольно. Мне кажется, в детстве все хотят надеть школьную форму, когда тебе там лет 7, ты только идешь в школу, я уже не знаю, сколько сейчас. Это как вид знака якась, так. Когда, который до школы, да. У тебя была, до речи, форма? У меня была, но так как я училась в такой а-ля элитной школе, то там не было как таковой школьной формы, они от нее отказались. И они постоянно хотели ввести свою, но никак не могли сделать дизайн. Еще я тогда не была взрослая, не могла подсказать. Ну так, так. Мы носили просто темный низ и синий верх. Но этот синий интерпретировался просто от голубого до какого-то и сине-красного. И а, все ходили все просто, уже... да, как угодно. Но ну, убрали все сами, правильно? Там да, да, да. То есть ты сам мог выбрать, и потом, ну, иногда были такие строгие проверки, все начинали ходить в свитерах с V-образным вырезом, но потом опять раздевались, как хотели. Ну, опять же, можно было носить белую блузку и так далее. Но мне кажется, это очень круто. То есть форма — это все-таки принадлежность к какому-то определенному классу, и тем более у всех закрытых школ в Англии они, наоборот, гордятся так, тем, вот что я хотел вот тільки згадати, коли дивишся в фільмах на якісь там оксфордські або гарвардські, навіть університети, навіть не школи, там так прикольно вони всі одягнуті, це здається так дуже стильно і круто. Ну, тим більше, якщо вот ты мне говорил о том, что школьная форма, она как раз дает право студентам уравняться друг с другом. То есть кто-то может ходить там, не знаю, в Дольче и Габбана каждый день, а кто-то вынужден ходить в Заре. А так они все будут ходить в школьной форме. По-моему, это очень честно, как мне кажется. До речі, у дизайнерів, чи були в них от саме вироби для шкільної форми? Чи це просто якісь елементи все ж таки? Ну смотри, конечно, наверное, были дизайнеры, которые создавали школьную форму для каких-то учреждений, хотя таких примеров немного. И в Украине они есть, но их тоже немного. Вот. Но больше лично меня, и мне кажется, всех интересует та тема, как школьная форма проявляется на подиумах. То есть какие элементы школьной формы обычно мы видим. И как раз мы видим белые воротнички, которые сейчас, это будет вообще супер главная тенденция, плиссированные юбки и вот эмблемы, знаешь, которые есть на пиджаках. Так. Вот тоже очень часто появляются эмблемы на пиджаках, на подиумах. Что, короче, на них изображено? Это уже выгадает дизайнер? Это может быть интерпретация логотипа. Ага. Почему бы нет? То есть это, по-моему, очень круто, тоже принадлежность такой касте Balenciaga, например, и у тебя вот этот закрученный логотип, это, по-моему, очень хорошо смотрится. В любом случае, мы можем увидеть на нашем экране, так, как это выглядит. Так, давайте подумаем, что відбувається. Вот, например, пиджак, да? Так. Ну, конечно, это отдаленно напоминает школьную форму, но мы понимаем, что пиджак в полоску, это часто бывает. Так. И там брюки в сочетании с белой блузкой, здесь свитер, опять же, здесь черный низ. Вот у меня светлый... вот так можно было ходить в школу, да, светлый вверх. Опять же, белый воротничок, это прям новая коллекция. Это такая какая-то вчителька уже, серьезно. Да, 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 это правда. Ну, как тебе? Ну, в принципе, мне подобається, навіть якщо казати, що шкільна, елементи шкільної форми з'являються, я не знаю, у дівчат, які вже не вчаться в школі, я думаю, що це прикольно. Насправді, це додає якогось там шарму. Шарму, так? Чому правда? Ні? Нет. В общем, теперь ты понимаешь, что школьная форма — это очень важный элемент для моды. И поэтому полностью. Не случайно, что мы сегодня в студию, к нам пригласили дизайнера, чья одежда лично мне, и не только мне, часто вызывает ассоциации со школьной формой. И этот дизайнер... Я представлю, это Юля Паскаль, украинская дизайнерка. Хочем приветствовать в нашей студии. И сейчас мы почуем уже про элементы... Юля, привет. Так, привет, витаем. Но ты совсем не в школьной форме. Да. Ну как, ты согласна с моим утверждением, что твоя одежда иногда похожа на школьную форму? Да, она похожа, но вообще, честно говоря, к школьной форме отношусь негативно, потому что, мне кажется, она убивает индивидуальность, а дети должны быть
яркими, я не знаю, там выражати себе всіми можливими способами. Це, до речі, от відомі спори, що деякі кажуть, що це якраз не показує там твій статус, деякі кажуть, що це пригнічує показувати свою особистість дітей. А у конвенції, до речі, написано, яка стосується дітей, що вони все ж таки повинні самі обирати, чи одягати шкільну форму, чи ні. Я теж так вважаю, якщо ще учитувати той факт, що у нас шкільна форма в основному не красива. У тебе була якась форма, до речі? Чесно говоря, я поміняла 4 школи. И у меня в одной школе не было формы, во второй была некрасивая, а в третьей я уже была довольно взрослая и сражалась. Вот, меня вызывали постоянно на линейке, ну, в общем, так. Такое вот платье, оно вполне, мне кажется, носибельно и приемлемо в школе. Тобто це можна для школи навіть одягати нашим дівчатам, я не знаю, 16-річним, 15-річним, 14-річним. Ну, да, мені кажется, даже взрослая женщина, она будет как-то. До речі, нікому не пропонувала там якоїсь школі, щоб, не знаю, запустити. Чесно говоря, ко мне пришла в голову эта идея, и мне было бы очень... Сьогодні? Очень интересно было бы заняться дизайном на школьной форме, тем более, что я, ну вот, буквально совсем недавно своей... Звонить. Юля Паскаль. Так, что еще? Это плащ? Она черная, белая, там такие рамки, это очень интересно, что вот между черным и белым нужно сделать что-то интересное такое. Мне кажется, что взагалі в школьной форме також там якусь роль играют кольори. Вот, например, все эти кольори, які в тебе є, ну, вони вже такі, ну, стильні, не знаю, як це сказати, дуже прикольні, незвичайні, тому там хочеться деяким, ну, молоді носити. Взагалі, що хоче молодь? Вона хоче в 14-15 років якось там бути яскравим, якось показати себе. От, і я думаю, що, в принципі, такі кольори. В принципі, як би, я все-таки рада за школьну форму, хоча свої 13 років я так не думала. Зараз я розумію, що це правильно. Ну, а чому, дійсно, ми повинні ограничувати, хто повинен ограничувати дітей, от, то, що вони повинні носити тільки чорне або синє? Чому би не носити світло-салатове? Ну, от як у тебе, да? Кожний клас може собі там, а, вигадати одну форму, б, якусь іншу. Розовий, голубий. Да, я теж з різнообразії якоїсь. Тема нашої шкільної форми продовжується. Скажи, чи ти щось робила для пацанів, для хлопців, якусь таку стриману форму? Чесно говоря, у мене не було ще такого опыта. Ну, просто ми сьогодні заговорили за колекцію для школи, наприклад, яку там, наприклад, в тебе замовлять. Що б ти зробила хлопцям? Може, інші кольори, які там сьогодні представлені, чи може щось? Ну, у мальчиків вона, можливо, була б здержання, і, ну, я не знаю, уклон був би якийсь казуальний 100%. Ну, такий, я не знаю, там, красиві теніски, якісь приталені блейзери. Ну що ж, на цьому ми з вами прощаємося. Ще раз з 1 вересня. З вами, як завжди, Дар'я Шаповалова. У нас сьогодні ось так була Юлія Паскаль, Авдій, і скоро зустрінемось.